пашний. Зіркове кулінарне шоу «Смачного» радо запрошує вас до нової зіркової, смачної та кулінарної історії. Сьогодні на нашій кухні готувати разом зі мною буде акторка театру та кіно Анжеліка Ніколаєва. Анжеліко, привіт! Привіт! А що сьогодні будемо готувати? Якими стравами будеш нас балувати? Я предлагаю, так как мы хотим быть стройными и красивыми, приготовить диетические блюда. Это сырники и тушеную цветную капусту. Что знадобиться для этих страв сегодня нам? Итак, нам нужен болгарский перец, морковка, лук, цветная капуста и томаты в собственном соку. Это будет у нас первая страва и друга такой десерт для девчаток, сырнички. Да, сырники. Мы будем использовать кукурузную муку, яйца, джем, коричневий сахар і корицю. Ну і, звичайно ж, сир. І, звісно ж, творог, да. Ну що, тоді розпочнемо? Звісно, давайте. Давай начнем уже готовить овощи. У нас уже накаленная сковородка. Итак, поможешь мне с луком? Звичайно. Я возьму перчик. А мені цибульку. Да, давай мілко наріжемо. Анжеліко, розкажи, будь ласка, яким чином сталося так, що ти обрала професію акторки? Кожна дівчинка мріє стати акторкою, так? Ким ти хочеш стати? Звичайно ж, актрисою. Як ти стала нею? Ви знаєте, у мене на самом деле з самого дитинства были все склонности к этому. Я дома там концерты устраивала. Мама это видела. У нас большая семья. Я последний ребенок. И мама вот решила в меня творчески вкладываться. Мама меня отправила в детскую студию «Золотой ключик». У нас есть такая в Днепре, где я играла в театре, танцевала, пела. Потом у меня было два, на самом деле, выбора. Быть или танцовщицей, или заниматься театральным искусством. Я поступила в театральный, в Днепропетровский театральный колледж. И вот так определилась, по сути. Складно было вступить? Да нет, вы знаете, я к этому, в принципе, все детство готовилась, поэтому не могу сказать, что как-то это было проблематично. Якби не професія актора, якби взагалі не творча якась діяльність, тоді що б? Що було б у вашому житті? Вот ничего, кроме творчества, я себя не вижу ни в чем другом. Действительно, я могла бы стать танцором, преподавателем. У меня был какой-то период, я преподавала, у меня своя студия была. Но я поняла, что это все равно не мое после того, как снялась в фильме. Это единственное, чем я хочу сейчас в жизни заниматься. Ну і напевно ж виходить, так, якщо і нові ролі. Я надіюсь. Я, до речі, хотіла запитати, чи дивилися ви свою дебютну прем'єрну роботу? Як це було? Це була компанія, це був колектив, чи ви самі вдома з близькими сіли подивилися? У нас був закритий показ для дистриб'юторів, і ми з Наташею Мазур, теж головною виконавницею нашого фільму. Ми смотрели, на закритому показі в кінотеатрі, і це було просто удивительно, тому что первый раз себя увидеть на большом экране, где видно абсолютно все. Мы с Наташей полфильма и вот так смотрели, потому что мы с ней меняемся в фильме. То у меня какие-то откровенные сцены, то у нее. Поэтому мы так за ручку держались, поддерживали друг друга. И первый просмотр для нас был такой стрессовый, я вам честно хочу сказать. Потом, сейчас мы уже просто получаем удовольствие, мы себя вообще стараемся не оценивать, я повторюсь, потому что пусть это делают кто-то другие. Абсолютно. А як сталося так, що вас запросили на цю роль? Чи ви пройшли кастинг, ви прагнули, ви хотіли? Як це було? Я на самом деле всегда мечтала сніматися в кіно, і у мене, я вам даже по секрету розкажу, є така шкатулочка с самого детства, наверное, лет с 10 я ее завела, и я туда ложила такие бумажечки со своими желаниями. И там много чего было, там был и вот проект «Танцуют все», в котором я принимала участие, моя такая мечта осуществилась. Вообще много было желаний, и одно из них было сняться в кино. И вот сейчас оно осуществилось, и вы знаете, я понимаю, что всему свое время. И я вот сейчас, наверное, больше всего морально готова к этому. А как попала я туда? Я вам так расскажу. У меня маленький ребенок, муж.
я какое-то время как бы совсем выпала из творчества и, ну, занималась домашним хозяйством. Вот, и я даже, можно сказать, оставила свою мечту быть киноактрисой, потому что я ездила на несколько кастингов, у меня вот как-то оно не пошло. Поэтому я как бы это дело все оставила. Я в театре работаю, в русском драматическом у нас в Днепропетровске. Опять же, я была в декрете, и когда мне написали в Фейсбуке, интересно ли вам кино, хотели бы вы себя попробовать, ну, я как бы ответила, что это моя мечта, но всерьез я вообще это все предложение не восприняла. На самом деле я считала, что это, ну, уже практически невозможно. Оно со мной вряд ли случится когда-либо. Вот, поэтому я как-то, мне прислали сценарий. Первое, что я увидела, это название фильма «Секс, ничего личного». Я играю стриптизершу. Ну, я как бы не совсем себя ассоциирую с этим образом. И я думаю, ну зачем уже оно мне надо? Наверное, это, ну, не мое. Я, в общем, какое-то время, ну, мягко говоря, не обращала внимания на все эти сообщения. Я говорю мужу, слушай, тут такой сценарий, ну, достаточно провокационный. Да, и мне надо понимать, что ты об этом думаешь, потому что, ну, в общем-то, сама я такое решение не прийму. Так, я, дивись, вже підготувала морквочку, повністю нарізала. Отлично, давай я буду жарить овощи, а ти підготовь, пожалуйста, капусту. Так. Ну, в общем-то, мой муж так и не прочитал сценарий по сей день. Но когда мне написал кастинг-директор, что я не привыкла упрашивать, но на самом деле это огромный шанс в твоей жизни, и его нельзя упускать, я поняла, что надо брать все в свои руки. Ну, я сказала, все, завтра буду. Поэтому первый кастинг прошел интересно. Я познакомилась с режиссером, с кастинг-директором. Я вообще, в принципе, поняла, что мне предлагают. Я узнала, кто такие Star Media, кто такая Алла Самойленко, кастинг-директор. Я просто была в восторге от режиссера молодого, перспективного, прогрессивного. Поэтому я, ну, конечно, однозначно сразу поняла, что я готова за это все бороться. И мне это надо. Сколько было претенденток на эту роль? Я знаю, что их было сотни, потому что меня нашли на самом деле за 10 дней до начала съемок. Это вообще удивительная история Золушки, потому что продюсеры уже хотели переносить проект, ну, так как все были, кроме главной героини. И тут, ну, вот таким волшебным образом я появилась. И на самом деле мне, ну, можно сказать, повезло, потому что я не проходила через вот эти вот муки ожидания. Все очень быстро случилось, меня быстро утвердили, и я сразу начала готовиться. Кастинг проходил около полугода. Много кого пробовали на эти роли. Но вот так случилось, что подошла им я. Поэтому у меня есть предположение, почему. Есть несколько критериев, почему меня выбрали. Мне кажется, и, наверное, это не самое главное, что я танцую. Как мне рассказывал режиссер, они искали светлую, вот такую вот легкую, позитивную девушку, не доминанта в отношениях, а, как они рассказывали, у нас в Украине очень много красивых, талантливых женщин, но они доминируют, они слишком сильные на фоне мужчин, да, и это видно буквально с первых шагов, когда девушка заходит к кастинг-директору в студию. И вот, ну, так сложилось, что я вот, да, такая вот легкая, воздушная, и я им подошла. Поэтому вот так. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, про знімальний процес. Все було для тебе це в новинку, адже це твоя перша кіношна роль. Да, да. Так, що вразило, що більше за всього запам'яталося? Это действительно мой дебют в кино, и все для меня происходило по-новому. У меня на самом деле был подготовительный период. Я занималась преподавателями по украинскому языку, так как, ну, я с Восточной Украины, и мне достаточно тяжело давалось первое время свободно разговаривать на украинском. У меня был коуч по актерскому мастерству, мы с Ромкой с ним занимались, мы разбирали сценарий, мы все анализировали, искали сверхзадачи, темы. Это на самом деле огромный, очень интересный процесс, с которым я впервые столкнулась в жизни, потому что, ну, честно вам скажу, у меня никогда не было
вот настолько интересных занятий, такого режиссера, как Ольга Ряшина. Поэтому для меня это просто колоссальный опыт. Я могу даже сказать, что я вообще эту профессию открыла для себя по-новому, и я поняла, что такое быть по-настоящему актрисой. Вот. Также у меня был преподаватель по танцу на пилоне. Вот, и мы ставили еще танец, вот у меня есть в фильме «Танец приват», такая вот смесь контемпа с Толиком, он тоже участвовал в «Танцуют все», я его знала хорошо, поэтому это был очень интересный подготовительный период. Вот, ну а первый съемочный день был с последней сцены фильма, и где надо было уже показать результат того, что у нас в фильме, ну как бы, и наши итоги подвести. Мы как бы очень много прорабатывали вот эту сюжетную линию. Мы снимали во Львове, было дико холодно, это было на улице, и потом я заходила в помещение. Я очень хорошо помню свои эмоции. Давай, закидывай. У меня была эйфория, я была дико счастлива от всего того, что со мной происходит, и я понимала, что вот это мое, это то, чем я хочу заниматься всегда, и я уже никогда, наверное, не смогу без этого, без кино. Вот, поэтому это был удивительный день, и я сейчас смотрю в фильме эту сцену, и я вижу, как у меня горят глаза, насколько я вот тогда была наполнена счастливо, этой энергией, да, насколько я счастлива. Поэтому для меня это был особенный день, правда. Хай так и буде далі. Спасибо аби большое. Все було в задоволення. Так, я правильно все зробила? Так, а то я взяла да, все в свої руки. Спасибо большое, що допомагаєш. Да, все правильно, молодець. Ми залишаємо це тушкуватися. Так, я накрою кришечкою. Все, ми будемо очікувати, поки наша цвітна капуста стає готовою, і будемо переходити до нашої наступної страви, до сирнички. Давай. Берем творог. Можешь мне, пожалуйста, цедру с лимона натереть? А, так. Що ще подати? Яйця? Да, яйця, сахарочок. Так, добре. І вілочку можеш, пожалуйста, подати. Анжеліко, розкажи мені, будь ласка, чи були якісь такі випадки, ну, дуже смішні на майданчику, що ти будеш розповідати своїм друзям, близьким, от про знімальний процес у цьому ключі? На самом деле, это было одно сплошное веселье, потому что у меня очень хороший партнер, у него замечательное чувство юмора. Ну, я уже не говорю о Сергее Притуле и Андрее Данилко. Поэтому, из такого интересного... Ну, вот, например, мы в фильме готовим перепелку. Я, в общем-то, на перепелке рассказываю ему, как обращаться с женщиной. И когда мы снимали эту сцену, это было очень весело, мы, ну, можно сказать, слово «испортили» 15 перепелок. Да, и с одной стороны, было дико жалко, но это было очень смешно. Ну и смешного, например, у нас был съемочный день во Львове, когда было просто дико холодно на улице, а Рома должен был лежать на мусорнике в одних трусах. Вот. И, в общем-то, по сценарию должна была лизать его за ногу собака. Я выходила и ее прогоняла. Но так случилось, что наша актерская собака отказалась играть. Ей не сподобалась эта унизлива роль. Не говорите. В общем, мы ее там как не уговаривали, еще это же дико холодно, Рома в этих трусах. В общем, пришлось искать как бы замену этой всей ситуации. Ну и кто-то предложил, давайте сделаем бомжа, который будет с него эти штаны снимать. А тут ночь глубокая, там 3 часа ночи. Ну где там взять этого актера, бомжа? Ну, в общем-то, мы взяли нашего... повара, который нам готовит на площадке. Ну, его там же ж переодели в бомжа. И вот у нас там, ну, в общем, снимается дядя Володя. Вот, поэтому вот такая у нас замена собаки была. Но это, на самом деле, очень смешно получилось, даже лучше. Классно, коли всі дійсно мобільні, і можна знаходити якісь такі виходи з різних ситуацій. У нас також на кухні буває дуже багато дублерів. Не тільки м'ясу, але й навіть пирогам. Отлично. Вот. А еще была одна смешная ситуация. Мое знакомство с Андреем Данилко. Это выглядело... Хотела, до речи, запитати про це, як от бути із зірками. Как быть?
Ну, вот, например, Сергей Притула, он в жизни абсолютно простой, он просто генератор шуток, он действительно это все делает постоянно, выдумывает, оно с него просто льется, и ты вот, когда с ним снимаешься, ты просто постоянно смеешься, это правда. А Андрей Данилко, он, конечно, настоящая звезда, ничего не скажешь, он просто невероятный импровизатор, он очень талантливый актер, он готовился к своей роли, это небольшая роль, там, ну, буквально 5 минут этой роли, может, 3 минуты даже, но он ее сделал настолько вкусно, что когда сейчас смотрит зритель, это просто очень неожиданно получается, когда он выходит, и зритель просто, ну, его рвет. Познакомились мы с ним, значит, вот так. Мы доснимали сцену, а я там, в общем-то, так вот руками прикреплена к люстре, и у меня во рту, ну, вот такой вот шарик, в общем, ну, я как бы говорить не могу. Вот эта вся ситуация, я одета в латекс-костюме, и, значит, заходит на съемочную площадку Андрей Данилко. И такой, это мне. Я такой, здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Я такая, он такой, понятно, что вы здесь снимаете. Ну, в общем, так мы с ним познакомились. Но с ним было очень комфортно работать, очень интересно. И, конечно, есть чему поучиться, потому что то, как он сделал свою роль... Ну, вот так, вот так усенькая роль, но она просто гениальна, правда. Так, ну что, лепим сырники с тобой, да? Угу. Расскажи мені, будь ласка, хто твій найбільший критик? Як ти взагалі ставишся до критики, коли, ну, тобі ж, я впевнена, що були якісь зауваження, якісь моменти, і від кого чути слова такі більш складно, від близьких чи від професіоналів? Ну, для меня крайне важно мнение обо мне режиссера, который, в принципе, меня выбрал на эту роль, и мне очень было важно ее не подвести, это правда. Также для меня очень важно мнение кастинг-директора, потому что она меня нашла, и я очень хотела оправдать всех их ожидания, потому что, ну, это большая ответственность, правда, это такая роль, она, ну, это большой шанс в жизни, я это понимаю, я это, конечно, ценю, и я действительно очень благодарна этим людям, потому что они для меня открыли целый мир. Конечно, для меня важна критика моей семьи, это однозначно. Но, вы знаете, меня семья не часто критикует. Они меня просто любят, поддерживают и верят в меня, и все. А критика, ну, ее хватает, знаете, в жизни от каких-то посторонних людей. Поэтому я вообще стараюсь на этом не зацикливаться, потому что в мире есть много всего интересного, и читать там о себе эти комментарии, критику в интернете, ну, это слишком уж, знаете, на себе зацикливаться. Поэтому я конечно, все вижу, что-то, конечно, меня там где-то, ну, в сердце щемит, но я стараюсь это буквально не воспринимать, потому что сколько людей, столько и мнений, и я знаю, что на тот момент я сделала максимум, я... В общем-то, я справилась. Я не подвела режиссера, она мне об этом сказала, мне об этом сказала кастинг-директор. Поэтому я, если честно, спокойна. Те люди, для которых действительно это важно, и кто от меня ждал результата, они довольны. Его отрывали. Да, они его получили. Я сейчас стараюсь наслаждаться всем процессом, этим туром, потому что я понимаю, что скоро вся эта... Ну, сказка, можно сказать, закончится, прокат пройдет, и будет, наверное, какое-то время, потому что, конечно, не сразу посыпятся предложения, возможно, достойные предложения мне еще, я еще буду ждать, ну, даже год, потому что, ну, у нас в Украине только начинает зарождаться кино, и далеко не на все я соглашаюсь и буду соглашаться. Поэтому я готова ждать хороших предложений, и поэтому я сейчас стараюсь кайфовать максимально, вообще к себе не придираться и просто получать от жизни то, що мені зараз дає. Ну, а допоки буде театр. Правильно? Давай поговоримо про театр. Ти пам'ятаєш свою першу роль? Перша роль в театрі? На самом деле, я все детство провела в театре. У меня, в принципе, было очень много ролей в детстве. Но из серьезных ролей у меня есть одна роль в театре, которую я очень люблю, которую я ценю и ради которой я, в общем-то, хочу выйти из декрета. Это роль Мавки, спектакль «Лесная песня».
Его ставили молодые режиссеры, наши ребята, и, ну, это же получилось что-то необыкновенное, ну, как по мне. И для меня это была возможность по-настоящему раскрыться как актриса, как драматическая актриса, потому что очень часто меня воспринимают, ну, более поверхностно, у меня как бы внешность такая, что, ну, и плюс как бы возможность, умение танцевать, мне часто дают роли, ну, там, любовниц, в общем, такие легкие. И я везде танцую. Это как бы мой конек. Но я очень хотела себе серьезную роль, и я ее добилась. И это роль, которую я действительно очень люблю, ради которой я хочу вернуться в театр. Поэтому, ну, поэтому так. Так, ну що, сирнички ми з вами вже налепили. Да, можемо починати їх жарити. Давай будемо смажити. І скажи мені, будь ласка, на яку роль ти б ніколи не погодилась? От взагалі, принципово. Чесно скажу, у мене нету такого поняття в голові. Ну, наверное, я бы отталкивалась от своих внутренних ощущений. Сначала надо прочитать сценарий, надо познакомиться с режиссером, и только тогда ты можешь понять, хочешь ты этого или нет. Потому что на самом деле, вот даже этот фильм, после того, как я поговорила с режиссером и внимательно прочитала сценарий, я поняла, что для меня это отличная возможность. Я считаю, что надо просто действительно общаться с режиссером, анализировать все очень хорошо, читать сценарий и только тогда принимать решение. Но так в голове у меня нету как бы каких-то там вот не буду и все. В общем-то, наверное, на месте уже буду разбираться. У мене є таке класичне, стандартне і улюблене запитання. Я дозволяю на цій кухні помріяти і уявити собі, що можливо абсолютно все. От все, що завгодно, все, що захочеш. Яка б це була роль? Це було б кіно, чи це був би театр? Чи це був би Бродвей? Чи от, ну, що б це було для тебе? Звісно, у мене є мечти, зв'язані з Голлівудом. Но я понимаю, что к этому нужно приложить еще много усилий. Надо активно заниматься английским, что я сейчас и делаю. Нужно развиваться как актер. Ну да, мне бы, конечно, очень хотелось прорваться вот туда, ну, возможно, в Европу. Для меня это пока самоцель. Но на данный момент мне интересно работать в Украине. Наше кино зарождается. Можно занять свою здесь вот такую вот свое место. И это здорово. Поэтому, ну, в общем-то, мечтаю я, конечно, о аллее славы и вот. Так. Напевно, потрібно наповнити знову ту шкатулочку, так? А у мене вже там є це бажання. Є це бажання. Тоді воно обов'язково має спрацювати. Да. Так, ну що, ми переворачуємо сирнички? Угу. Давай я тобі допоможу ще віделочку дам. Давай, пожалуйста. Угу. Скажи, будь ласка, що для тебе зараз більше в пріоритеті, театр чи кіно? От якщо б ви сказали обирати, театр чи кіно? Однозначно кіно, но я понимаю, что театр – это как тренажерный зал для актера. Поэтому... Потрібно завжди бути у формі. Да, да, надо постоянно свою душу тренировать. И это именно театр дает, потому что кино – это дело не постоянное, оно как бы очень переменчиво, но надо постоянно быть в форме, и это именно театр дает. Я хочу вернуться в театр, я хочу новых ролей, я хочу развиваться, но кино – это то, что меня прям манит. Расскажи, что найскладніше и найприємніше в твоей профессии? Так, что самое для меня интересное в этой профессии – это, наверное, возможность воплощать чужие души и трогать души зрителей. Это здорово, когда ты можешь чему-то, возможно, научить людей. Ну и для меня это возможность тоже быть кем-то другим, быть другой, потому что в жизни, ну, в общем-то, у тебя уже есть какой-то образ, ты живешь какими-то понятиями, в кино ты можешь, у тебя вообще такое огромное поле, и это конечно, фантазии, очень интересно, так. Да, быть разной, поэтому... Это прекрасная профессия, особенно для женщины, потому что все свои какие-либо негативные эмоции... Можно туда зливати. Ну, даже не то, чтобы негативные. Да, вообще, в принципе, эмоции. Мы женщины эмоциональные, чтобы не выносить мозг мужчинам и близким. У меня есть возможность это все на сцене
всю эту какую-то вот, ну, вот эту вот лишнюю mm-hmm. энергию отдавать. Но по-хорошему отдавать. Не так, чтобы зритель сидел, и ему плохо было от этого. Ну, это тоже очень важно, потому что есть, мне кажется, актеры, которые ее прям вот выдают так, что потом ты сидишь, и тебя это как бы угнетает. Так, нібито якесь насилля відбувається. Да, да. Я розумію, про що ти кажеш. Дивись, у нас з тобою взагалі сьогодні все так дуже швидко і вже дуже смачно. Я впевнена у цьому. Пахне точно вкусно. У нас є порція сирників і в нас є наша чудова тушкована цвітна капуста. Ну, я пропоную перейти до нашої найкрасивішої і найсмачнішої частини програми – засервувати стіл. Добре? Давай. До нашого сьогоднішнього корисного та надзвичайно дівочого столу ми пропонуємо скуштувати смачний та запашний хліб торгової марки «Хлібодар» – хліб із висівками. Ну і, звичайно ж, ми пропонуємо вам жити смачно разом із нами і торговою маркою «Хлібодар». Анжеліко, дякую дуже велике, що гостювала сьогодні на нашій кухні. Ти дуже світла людина, дійсно, це відчувається. Сподіваюся, що і глядачі наші також відчують ці емоції, які сьогодні продавала Анжеліка нам. Ну що, наша цвітна чудова капуста тушкована, сирники готові. І час для побажань для Запоріжжя. Я хочу пожелати зрителям гармонії, радості. Любіть, цініть своїх близьких і пусть всі ваші мечти сповняються. Нехай так і буде, і пропоную побажати, напевно, ще основної нашої такої місії кулінарної – смачного. Давай побажаємо смачного. Давай. Смачного. Смачного. Для приготування тушкованої цвітної капусти підсмажте нарізані овочі та розділіть капусту на суцвіття. Додайте її та томати до овочів, посоліть, поперчіть та томіть під кришкою до готовності приблизно 10 хвилин. Для приготування сирників з кукурудзяним борошном розітріть сир з яйцем та цукром. Додайте цедру та перемішайте. Додайте кориці та борошно і ретельно вимішайте. Зліпіть сирники та обваляйте кожен у борошні. Смажте на рослинній олії. Сервіруйте джемом та м'ятою. Смачний хлібодар дорослим малим, тістечка здоба усім до вподоби, хліб до сніданку кожного ранку. Згадай про дитинство, це здійснення мрій, куштуй задоволенням хліб запашний, і знову ти в захваті будеш від нього. Хлібодар смачно. Запашний. Виступає народна артистка. Давай. Люба-люба-люба-любонька. Любка, ну рецепт цвітної капусти, це так печально. Почему? Не знаю.
Я ріжу цибулю, бо я ридаю. Стою, коли ріжу цибулю. Ви розмовляєте, тому ви її не ріжете. Зараз реально, ну якби всі фоткаються перед фільмом з Притулою і Ромою, ну так як вони вже знамениті. Ну, да, да. А після фільму всі фоткаються з нами дівчатками, тому що ну якби бачать уже результат. Свої, мабуть, причини, але ми їх не будемо озвучувати. Це ти будеш держати чи нам взяти? Вона особлива. Едік, я прям стесняюсь спросить, що це? А. Попробуй полепить их. Люба, я готовлю сырники ложкой. Я не делаю вот этого. Я, ну, сделала тесто, ложечкой положила, и она так, все. А чаще я их вообще пеку. Кто будет лепить тогда вопрос? Ну что, мы будем лепить, что мы не слепим сырники? Пробуй. Тут вот я... Можешь ложкой. Я веду программу «Доктор онлайн». Девушка умеет танцевать на пилоне. Мы что, сырники не слепим? Мне кажется, сырники намного проще. Люб, а что я тут делаю? Сейчас. А у нас сценарий ничего не написано? У нас сценарий написано. Люда, я стою и трогаю доску с сырниками. Ну, так, так. А, куда сырники? Вот так, да. А Анжелика жарит сырники. Мы рядом с зрителями, мы слушаем комментарии, не все знают, что мы сидим, и там типа такие смешные вчера комментарии были, типа вот эта девка дает, вот молодец, не растерялась. Я же сижу такая, думаю, как хорошо. Ну и смеются, это, конечно, ну реально классное такое ощущение. Люда, оно ж он не такой же ж не... Нет, он сделает... Да, проблема в том, что я думала, что он... Я думаю, надо так чмяк просто вот сюда. Ну мы им чмякнем. Просто в тарелочку, и потом макать будем, да, типа? Да. Ну, Анжелика чмякнет. Кто ее осудит?